Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Это канал Куплинов Плей, это наш искусственно разговаривающий с нами интеллект. Мы продолжаем There is no game wrong dimension. А это напоминаю, что это не игра, мы в нее не играем, мы просто смотрим видео и все. Мы в прошлой серии попали в... через телевизор во вселенную Шерлока Холмса. Они ушли куда-то там расследовать с доктором Ватсоном что-то. Что ты от меня хочешь? Да, я спокойно разберусь в картинке, и потом мы решим, что делать. Так, глаз, рот и бить. Искать что-то куда-то каким-то образом. Да, я здесь, да, и понимаю, что ты от меня хочешь. Так, подожди, это мы соединили. Это мы не понимаем. Что делать-то? Как играть-то? Опа. Так, плюс стекло, хорошо. Этим стеклом можно что? Этим стеклом можно открыть. Нет? Он говорит, не режь себя и не открывай ничего. Хорошо, хорошо, я понял. Но стекло слишком тухленькое. Нас, может быть, отрезать вот эту хуйню? Нет. Стекло слишком тухленькое для того, чтобы им открывать. Сейчас я включу прибор. Слушай, один из значков в переднем плане выглядит, как будто отслаивается. Значок отслаивается? А, серьезно? А, спасибо за подсказку. Ну и что ты делал? Ты снял одну из игровых иконок? То, что с загнутым углом? Ну и что ты собираешься делать с этим кулаком? Ударить тебя или окно? Ну да. Опа. Когда я попросил тебя найти выход, я говорил об этом измерении, а не о комнате. Ну а тоже неплохо. На этом странном люке что-то написано. Так, посмотреть. К сожалению, текст слишком мелкий, чтобы его прочитать. А лупа? Нет? А, что в окошке? Эй, персонажи, тихо! Мистер Вильгельм, откройте дверь. Это ваш сосед, Шерлок Холмс. Это никогда не сработает, Холмс. Нам всего лишь нужен ключ. Ключ, чтобы открыть дверь? Вы разочаровываете меня, мой дорогой друг. Будьте более креативным. Дайте волю вашей фантазии. Думайте сразу в четырех измерениях. То есть, то, что вы сейчас делаете... А, то, что вы сейчас и делаете. А, хорошо, пошел квест. Не издавай ни звука, пользователь. То есть пошел квест, я понял. Телевизор не меняется, в телевизоре все одно и то же. Ни звука. А, все, ни звука, я понял. Так пойдет? Нет, а здесь что такое? А, это назад в комнату, все окей. Не издавай ни звука. Меня... Может, кого-нибудь ударить надо? Что это был за звук? Потерянный пенни. Это мой счастливый день. Ваш счастливый вечер, друг мой. Так, окей, он заработал один пенни. А это он мне? А, короче, я... Подожди. Нужно осознать. Мы не играем в игру, в которой мы сейчас играем в игру. Понимаешь? Поплыла мысль. Так, ладно, у меня есть пенни. С помощью него, скорее всего, я могу открыть, потому что... А где? А, он только на том экране, серьезно. Не звук... Да я понял! На, еще раз. Еще один? А, это выбросили, который у меня был. Еще один пенни. Я разбогатею. Вы наконец-то сможете оплатить вашу долю аренды. Еще один. Но я так понимаю, можно бесконечно долбить, правильно? Давай еще раз. Я просто для этого, для прикола. Если он скажет то же самое, то я делаю не то, что нужно. Еще один? Кто-то потерял кучу денег. Надеюсь, вы не говорите о себе, мой дорогой друг. Насколько долго будут повторяться... не повторяться реплики? У меня появилось ощущение дежавю. Я понимаю, что у меня много пенни. Вопрос, что мне с ними делать? Это моя же отлетает туда же. Оставь монету на согнутой бумажке инвентаря. На согнутой бумажке инвентаря? А почему поговорить с ними не могу? Мне нужно что-то куда-то закинуть, это 100%.
посмотреть не могу. Я могу говорить, но не с кем. Что-то написано. Так а почему бы лупу-то не взять? Почему не взять лупу? Лупа, она как бы увеличивает то, что написано мелким шрифтом. Может быть, здесь что-то? Может, куда-то нужно что-то ударить? Так, я выключил телевизор, хорошо. И что нам это дало? Нам это ничего не дало, мы просто потеряли все. А если я поменяю провода... А, нельзя так, да? Да, отойди. Хе-хе-хе, блядь. Что вот это такое? К этому по-любому должна быть какая-то логичная объясняшка. Что-то, что поможет нам здесь... Что... Да, я нажму подсказку. Выберите подсказку. Спенни давайте выберем. Окей. Просто Люк скажет посмотри туда на лупу. Вы заметили согнутую голову бумаги до того, как монета прилипла к нему? Заметил, но я как бы нажимал. Я как бы нажимал, когда он был согнутый. Ну ладно. Вот, допустим, смотрите, пока Пенни упал... Давай, допустим. У меня появилось ощущение дежавю. Так, значит, мы делаем все правильно. Значит, одно и то же пошло. Окей, окей. А-а-а! Пользователь, перестань читрить ради всего святого. Холд? Мне такое впечатление, что рядом с нами кто-то шепчется. Какой-то голос с русским акцентом. Но я не... Вы слышали это? И единственное, что я слышал, это нежное дуновение ветра. С русским акцентом. Дуновение ветра с русским акцентом. Так, ладно, теперь попробуем все-таки разобрать. Потому что должно сработать, да. В принципе, здесь тоже самое. У тебя всегда найдется чем открутить. То, что логично, что... Это плохая идея, пользователь. Нет! Где электросхема? Это похоже на игровую установку, но с обратной стороны. Так, плюс краска. Может быть, измазать в ней. Может быть, измазать... А если я эту... А, это тоже пропадает, хорошо. Допустим. Что это? Проколоть колеса? Нет. Бля, это пошел просто поинт-клик ебаный. А подожди, если я отодвину что-то... А ничего не поменялось, да? А если так? Ничего не меняется совершенно. Но я могу это подвигать. Это реально пошел просто обычный... Это показано РГБ и смесь проводов. То есть красный, зеленый, мне нужен синий. Как, куда, чего макнуть? Мне нужна какая-то кисточка, судя по всему. Потому что здесь, видишь, здесь не хватает явно синей банки. Вопрос, где синюю банку взять? Вот это тоже похоже на смесь трех цветов. Здесь, наверное, нужно брать какой-то пароль. Здесь набирается какой-то пароль для чего-то. Мне показывают цифры, с помощью которых я смогу что-то открыть. Но здесь ничего не случится, потому что, чтобы что-то открыть, я нужен просто... Это нужно просто понять правильную комбинацию. Все, я понял. Скорее всего, это для лифта. О, для люка. Да, а почему нельзя лупу-то поднять? Монетку можно сюда применить? Может, ее кому-нибудь отдать? Посмотреть, поговорить. А с кем поговорить? Здесь других действий нет. Ну, это зачем-то катается, непонятно зачем. Это нужно увести. Ну-ка, подожди-ка. Выберите что? Отсутствует часть рельс в виде буквы Х. Чего? Какая часть? А, вот часть рельс! То есть мне нужны деревяшки? А где я их возьму? Где я возьму деревяшки? А пени еще раз я не смогу использовать, правильно? Смогу, но ничего не упадет. Так, подожди, а здесь есть какая-то подсказка? Здесь ничего нет, хорошо.
Я сейчас выскажу все свои догадки. У нас есть люк, на него нужно вести лупу, но как это сделать, я не понимаю, потому что она приклеена к значку. То есть нужно сделать что-то, чтобы лупа отлетела. Смотри. Patch. Да подожди. Нажми, чтобы разблокировать. Невозможно прочитать надпись, найди что-нибудь, что сделает ее... Так я про лупу тебе и говорю, у меня лупа станет больше. Лупа. Лупа, ну она приклеена, что не так? А там отсутствуют рельсы в букве Х. Я опять что-то где-то не вижу, судя по всему. Давайте отключим. Может быть, я смогу переключить канал? Нет, это хуйня. Это полная. Абсолютная. То есть, чтобы это отодвинуть, я должен найти рельсы. А где еще есть подсказки? Еще одна подсказка. Давай посмотрим. Если вы увидите букву H где-нибудь, попробуйте забрать ее. Буква H или буква N? There is something written on this strange hatch. Вот эти буквы были. Здесь у вас нет буквы Х? А я ее не вижу в упор. Может быть, ее сказать? А где я могу ее найти-то, в смысле? Здесь нет нигде буквы такой. Здесь явно дело не в какой-то логике, здесь дело просто буква N. N. Шестеренка отрезать, подожди. Отлично. Ну, понеслась, давай здесь все оторвем. И что ты собираешься делать с этой маркой? Вставить в email? Почему бы, собственно, нет? То есть там, где торчат корешки, марка. Марка, 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 куда ее вставить? Куда можно вставить марку? Может быть, ее вставить вместо лупы? Ну, марка — это шестеренка. Она поможет что-то сделать. Облизал? Это не говорящий рот! Это... Блядь. Это не говорящий рот, это слюна. Ну, допустим, у меня есть облиз... I know what you're going to do. Don't you dare go help them out. Не понял. Не понял. Не понял. The door they're trying to... Дверь, которую они пытаются открыть, явно заблокирована. Это я вижу. Leave it alone, please. Оставь ее, пожалуйста. Так, петля. Я... Ну вот, ну серьезно, ну, блядь, в чем логика здесь? Логики нет. Я снял марку, облизал ее, и по итогу просто у меня поменялась картинка сзади телевизора. Хорошо. Открываем им дверь. Слушай, ты меня достал! Ага! Мои техники Бартицу взяли верх над этой дверью. Пойдемте, Ватсон, зайдем внутрь. Не иди за ними. Пойду. Мистер Вильгельм, вы здесь? Здесь слишком темно. Не думайте, что я собираюсь ходить в темноте, Шерлок. Тогда найдите нам свет, Ватсон. Я должен вам свет найти. Свет есть вот здесь. Эти персонажи застряли в темноте. Нам повезло. Скрестим пальцы и будем надеяться, что они найдут свет. Так я вижу свет-то, вот он. Забирайте. А, давайте перевернем телевизор. Шестеренка. Серьезно? Чинить механизм с помощью марки? Как логично. Просто буду надеяться, что он не подключен к источнику света. Так он подключен. Подожди, это у каждого телевизора... А, это у каждой сцены свое! А, серьезно, у каждой сцены есть свой задник!
Вот почему оно поменялось, етит твою мать. А я думаю, почему... А я здесь же поворачивал, здесь было то же самое. Так, окей, плюс свет дадим пацанам. Нет, куда двигается настоящая луна? Надеюсь, это не... А вот это что? Как это взять? Это же нужно как-то взять, это же петля. Она же мне пригодится, наверное. Так, окей, пойдем назад к ним. У них светло. Я так и знал! Well done, Watson. Отлично, Ватсон. Наконец-то мы все можем видеть. У меня такое чувство, что мистер Вильгельм делает переустановку. Я не помню, чтобы у него был вид на улицу. Это место пугает меня до смерти. Мистер Вильгельм, вы мертвы? Холмс, он парит. Ватсон, что у него на лице? Мистер Глюк, нет. Похоже на сравнительно толстый монохроматический паразит. Насколько это серьезно? Вы позорите себя как человека с медицинской профессией. Дайте мне взглянуть поближе. Я предпочел бы держаться подальше от этой штуки. А ее можно облизать? Или ударить? Бля, как неудобно, что они постоянно все в одну кучу падают. Бедолага. Кажется, он страдает. Мне кажется, или красная буква двинулась? Красная буква? Какая красная буква? Я понял. Я понял. Ой, прикончите ее своим бартицу, Холмс. Как ты посмел воровать из крика мистера Вильгельма? Верни эч обратно. Нет, так не пойдет. Так, а значит... Тебе нечего делать с буквой N. Пользователь, больше никаких игр. Мы должны вернуться в комнату, в которой начали. Возможно, мы сможем найти выход. А зачем я включил им что-то? Так, это можно открутить, кстати. Там что-то упало. Что непонятно. Но это так, подожди, эту игру теперь нужно воспринимать просто как point-and-click квест. Ту игру нужно было воспринимать просто непонятно как, это как point-click квест уже полный пошел. Нужно применять все на все и пытаться понять все и везде. Я! Что это был за звук, похожий на колокол? Я думаю, он исходил от этого странного устройства. Точно, мистер Вильгер рассказывал мне о нем. Это прототип телетрафона Антонио Миучи. Он позволяет мгновенно общаться с другим человеком на расстоянии. Удивительно, сколько таких существует. Он единственный в своем роде. Значит, он бесполезен. Он бесполезен. Пользователь, больше никаких игр. Мы должны вернуться в комнату, в которой начали. Возможно, мы сможем найти выход. Так, ну теперь надо компас посмотреть в микроскоп. Ну посмотреть в микроскоп! Так, ладно, здесь, по идее, больше вроде ничего такого примечательного нет, пойдемте назад. А, здесь нам делать нечего. Отсюда мы убрали свет, луну. Давайте, во-первых, посмотрим сюда. Нет, посмотрим в лупу. Нет, окей. Тогда перевернемся. Перевернемся и построим букву H. Если ты хотел передвинуть эту поддельную стену... Стоп! Ты только что использовал букву из междометия, чтобы починить рельсы? В этом нет никакого смысла! Ты мог бы также использовать, не знаю, обезьяну, чтобы починить гидронасос. Это тупо! Но меня действительно беспокоит то, что... Это работает! Ага, это лупа. Хорошо. А вот, кстати, и синяя краска. Вопрос нахуя? Ее же можно как-то использовать. Так, упала лупа. Ты просто забрал их лупу. Кулака было недостаточно? Буду надеяться, что они ничего не заметят. Только для разработчиков. Еще одно правило, которое ты собираешься нарушить. Да. Игра сломалась? Какая игра? Эхо. О, кажется, я знаю, где мы. Это словарь. Здесь хранятся все элементы, которые используются в игре.
Своего рода скрытая библиотека. Да? Только разработчики могут получить доступ к этой секции. А я разработчик? Отсюда этот секретный люк, я полагаю. А я разработчик или нет? Так, а мне нужно теперь вот эту отклеить. Так, все тоже. Надо полизать мороженку! Точно. Точно, нужно полизать мороженку, это 100%. Там, кстати, была петля. Петля-то была. Мне нужен язык. Вот этот нужен язык мне. Нужен язык, чтобы лизнуть мороженку. Это 100%. Правильно? Скажи подсказка. Ничего? Здесь ничего нет? А почему? Ну, что-то с красками нужно делать 100%. И на этом экране нечего делать. Хорошо. А здесь? И здесь ничего нет. Хорошо. Пойдем обратно сюда. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Хорошо, пойдем сюда. Я же говорил, у меня в руке было увеличительное стекло, Ватсон. И оно внезапно исчезло. Ну вот, они это заметили. Этот голос. Это призрак, Холмс. Русский призрак. Да я не русский! Мистер Вильгельм, вы никогда не говорили нам, что вы такой талантливый чревовещатель? Это не он говорит. А я? Меня зовут Игра. Я компьютерная программа. Я с пользователем, человеком. И мы делаем все возможное, чтобы вернуться домой. Вы знаете, как можем выйти из вашей игры? Игры? Что за игра? Ваша игра. Вы ведь знаете, что ваш мир не настоящий, да? Вы не знаете, что вы в видеоигре. Я лучше поищу свою лупу, чем буду слушать вашу болтовню, мистер Вильгельм. Но это не он! Пользователь, думаю, нам понадобится помощь мистера Глюка. Если он привел нас в это измерение, он, вероятно, сможет вытащить нас отсюда. Что такое видеоигра? Должен быть способ убрать эту штуку. Может, какой-нибудь ритуал? Если, конечно, у тебя нет номера пожарных. Какую штуку? Вот эту? Ну здесь вот... Ты пытаешься позвонить... А, это телефон! Сам видишь, здесь ничего не разглядишь. Просто пиксельная каша. Отличный зум, пользователь. Я знал, что увеличительное стекло — хорошая идея. Ну, этот телефон довольно странный. Прямо как в головоломке Мист. А я не играл. Я знаю, что такая есть, но я не играл. А у нас есть номер вот здесь вот. Мисс Вуду. 555-2368. 555-2368. Кому ты собираешься звонить по этой штуке? Мы же здесь никого не знаем. И он сказал, что это единственное в своем роде. 5-5-5. А я дальше забыл. Бля, ты сбил меня! 5-5-5-2-3-6-8. Хорошо. 5-5-5-2-3-6-8. 2-3-6-8. Работает! Есть соединение! Странно. Телефон снова издает странный звук. Похоже, кто-то пытается с нами связаться. Это видео-призрак, Холмс. Ну уже, Ватсон, соберите себя в руки. Наверное, мистер Мьючи сделал второй и проверяет его. А, говорит мистер Шерлок Холмс. Ритуал для снятия чар? Вам придется найти другого дракона, Адам. До свидания. Это была видеоигра? Нет, телефонные аферисты. Пользователь, этот Шерлок Холмс не очень хочет помогать. То есть его надо вырубить? Нет, на монетку. А мне теперь нужно позвонить еще раз? Может быть, мне успеть самому? Может быть, отключить им свет? А что, давайте отключим им свет. Ну-ка, подожди-ка, назад.
отключить свет. Ты только что оставил наших друзей в темноте пользователей. Это не очень хорошо. Хотя ты меня уже больше ничем не удивишь. В этом углу снова темно. А вот, у входа есть немного света. Возможно, здесь я потерял свою лупу. Отлично, пользователь. Персонаж больше не стоит у коммуникационного аппарата. А... толку? Я как, блядь, позвоню теперь? На лупу. А, я не смогу отдать ему лупу. И как отсюда выгнать? Может быть, вообще нужно выключить нахуй луну? Чтобы ее совсем темно? Вот это еще для чего? Но это переманивает луну туда-сюда. Может быть, это тоже телефонный номер какой-нибудь? Но я не хочу к ним туда таскать. А, подожди. Так, нет, подожди, серьезно. А если я перетащу... секунду. Если я перетащу луну обратно, здесь есть подсказка? Нет, на экране там подсказок. Подожди, а на обратной стороне? Тоже нет подсказок. То есть мне нужно назад перетащить луну, что ли? Нет подсказок. Мне нужно украсть телефон, это 100%. Хорошо, мы наконец-то сможем спокойно пользоваться этим телетрафоном. 5-5-5-5-5-5... Стой на месте! 5-5-5-2-3-6-8, хорошо. 5-5-5-2-3-6-8. Бля, 8! 8. Бери трубку! Трубку бери быстрее! Трубку бери! Думаю, вам придется ответить, мистер Ватсон. Холмс, со мной разговаривает русская видеоигра. Возьми трубку, черт возьми! Очень хорошо. Вы тоже видеоигра? Да. Три шага для снятия чар. Я слушаю. А, это то, что нам нужно! Должно быть полнолуние. Но, как назло, его у нас нет. Покрыть жертву снегом. Сейчас же середина мая. Затем аккуратно положить сверху большую вишню. Это ритуал или рецепт торта? Итак, позвольте подытожить. Полнолуние, снег, большая вишня. Спасибо, мадам. Облом. Большая вишня. Большая вишня есть на мороженке. Полнолуние, снег, большая вишня. Окей. Пользователь, мороженое! Может быть, его можно использовать как снег? В конце концов, это просто вода в твердом состоянии. Но как мы можем его достать? В любом случае, это мороженое выглядит аппетитно. Да я понял, блядь, что аппетитно. Мне язык надо снять как-то. Я не понимаю, где снять язык. Вот же ж язык, как его снять? Бля, я про стекло вообще забыл. Ну-ка, подсказку мне сделай. Глаз и язык. Нет, я на язык. Но мне нужен язык, я не понимаю, как его снять. Заберите эти предметы так же, как и лупу, но в доме мистера Вильгельма. В доме мистера Вильгельма? Подожди, так я туда поворачивался 100 раз. Дом мистера Вильгельма. А, они тут стояли, а потом они ушли. И награда лучше откручивать день года достается... пользователю! Я сголосовал за тебя. Спасибо. 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 Если бы не ты, то кто? Отлично, чемпион. Остался только рожок. Как мы можем снова наполнить его снегом? Все, что у нас есть, это игра и телевизор. А у нас есть краски. У нас есть краски. Краски, потряски. Так, спокойно. Мы можем наполнить. Эти банки с краской заставляют меня задуматься о трех основных цветах.
красный, синий и желтый. За исключением того, что мы внутри электронно-лучевого экрана с видеосигналом, что представляет собой смесь красного, синего и зеленого. Без кисти все равно нет никакого смысла. Почему я говорю о смешивании цветов? Потому что их надо смешать, блядь. Это все логично. Чего он сказал про цвета? Здесь другие смешивания цветов. Но здесь нет подсказки. Подожди. Красный, желтый. Зеленый? Нам нужно определить, что с чем смешать. У нас сейчас вот эта небесная синева какая-то. Это зеленый с синим. А чтобы получился белый, надо его смешать с красным. Эй, большой красный шар, прям как сочная вишня. Думаешь, это сработает? Будем надеяться. Бля. Подожди, больше нет подсказки. Есть подсказка. А какую кисть-то? Где ее взять-то вообще? Где-то должна быть какая-то кисть. Вот это что, блядь, тоже непонятно нихуя. Может быть, кисть где-то в подвале висит? Магнит? Что-то еще есть в ванной. Бля, ты угораешь над рожком, я понял. Что-то в этом рожке типа есть, правильно? Давай, окей. Давай посмотрим. Тут три подсказки все равно. Чтобы переносить снег. Ну, чтобы переносить снег, его нужно сначала сделать. Это понятно. Из чего делается снег? Снег — это вода, только замороженная. Нам нужно перевернуть ванну. Бля, может быть, мы вот отсюда снег возьмем? Нет! ТВ-снег! Я впечатлен, пользователь! Будем надеяться, что этот снег подойдет. Бля, ебануться. Так, нам нужна снег, вишня и... Что еще? И что-то еще, не помню, забыл. Накрыть кого-то. Так, подожди. There you go. Вот так. Sorry, Mr. Wilhelm. Простите, мистер Вильгельм. Это для вашего же блага. Надеюсь. И что? А я забыл рецепт. А я забыл рецепт! Блять. Сейчас еще раз позвоним. Такой вроде номер, да? Мистер Ватсон! Мистер Ватсон, не могли бы попросить мисс Уду повторить? Good evening, madam. Добрый вечер, мадам. Не могли бы вы повторить все, что нужно для ритуала? В полнолуние! А где я, блядь, его вам возьму? Это полнолуние, серьезно. Полнолуние — это полная, полная луна. Значит, нам не хватает полной луны. Луну нужно... А где она вообще? Луну нужно наполнить. Вопрос чем? А чем, блядь, наполнить луну? Вот луна... Краской наполнить луну, желтой краской, кисточка где? Кисточкой надо наполнить желтую луну. А кисточку где взять? Сейчас скажет, найдите кисточку. Перекрашенный луну могло встать лишь...
Кстати, вам нужна кисть, да. Я в курсе. Это, знаешь, это подсказка, которую я говорю сам себе. Я понял, да, нужна кисть. Вопрос, где она? Вопрос, где кисть? Кисть где? Кисть. Кисть. Как, где взять кисть? Кисть где-то нарисована? Кисть. 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 Есть перо, это не кисть. Что это, блядь, за набор букв и цифр? Я этого не понимаю. Какая нахуй кисть? Давай еще одну подсказку скажем. Язык можно использовать как кисть. Вы чё, блядь? Ебанулись? Язык использовать как кисть, блядь. Серьезно? 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 Язык как кисть? В смысле, язык это же, блядь? Я бы никогда в жизни не догадался 100% до этого. Так, полнолуние. Какое прекрасное полнолуние. Надеюсь, игра ничего не заподозрит. Отлично, у нас есть все ингредиенты. Почему ничего не происходит? Смотри, начинается! Ватсон, мистер Вильгельм взорвался, как выброшенный на сушу кит. Возможно, у него была аллергия на вишню. Я наконец-то освободился от этого дурацкого спрайта. Это путешествие оказалось труднее, чем я себе представлял. Мистер Глюк! Игра? Опять ты? Ты за мной следил? Нас случайно сюда перенесло. Нас? Нет, это не может быть правдой. Ты взял с собой пользователя? Да ты просто заноза в горле. Потом удивляешься, почему она тебя бросила. Я не позволю тебе говорить о ней. В любом случае, мне нужно идти. Это не то измерение, в которое я направлялся. Что ж, хорошей игры. Нет! Мы должны пойти за ним! Но эта картина перекрыла нам дорогу. И мне кажется, она перевернута. Вы говорите о своих брюках, мой дорогой? Как мы пройдем через нее? Мы ее сзади подтолкнем? Нет? А что такое? О, теперь картина в правильном положении. По крайней мере, я так думаю. Проход снова открыт! Идемте, Холмс. Давайте последуем за радужным призраком. Пойдемте, Ватсон. Наверное, это просто большое летающее насекомое. Если я правильно понимаю, некоторые элементы были повреждены фрагментом бага. Кажется, он может их разворачивать. Какая разница? Давай за ним. Где выход? Я чувствую, что он здесь. Верни нас домой. А зачем, игра? Тебе не весело с твоим новым NPC? NPC? О, они этого не знают. Простите, я имел в виду новыми друзьями. Ватсон, перестаньте разговаривать с этим чудовищем. Вы ставите меня в неловкое положение. Похоже, их и не самый продвинутый. Куда ты пытаешься уйти, мистер Глюк? Туда, где я смогу задействовать свой дьявольский план. Что за план? Тот, который позволит мне... Что он сказал? Система защиты от копирования прямо посреди игры? Какое варварство! Мы упустили объяснение его дьявольского плана. Давай быстро найдем правильные цифры, пользователь. Так, трость и бомба, хорошо. Теперь я знаю для чего. Не понял. Думаю, они связаны с тем странным диском на мониторе. А, он, блядь, сбоку. Трость и бомба. 5-6-1. Так, 5 синие, 6 красные, хорошо. 5 синие, 6 красные. Do you think this copy protection system really existed? 5 синие, 6 красные? 5 синие, 6 красные. Здесь нет столько цифр. А, нужно найти сочетания, которые... в которых нет больших цифр. That's
Странно. На диске присутствуют номера, которые невозможно ввести. Вот и я об этом. Здесь нет такого, если бы только система запросила нас другие символы. Чего? Ты найдешь способ, чтобы вытащить нас отсюда, пользователь. Не понимаю, как это работает. Кофе-череп. Может ли этот фрагмент бага пригодится нам? А, фрагмент бага. Пять! Подожди, это пятерка. То есть у нас теперь есть пятерка, как минимум. У нас есть пятерка, хорошо. Шестерки нет. Вот! Череп и пистолет. Череп и пистолет. Череп и пистолет. Сочетание 3-1-5. 3-1-5. Весь мир! Какой зловещий план. Не так ли? Повторишь еще раз, нас прервали. Нет. Вот тут я увидел выход. А это значит, что здесь мы прощаемся. Прощай, игра. Наслаждайся своим новым картонным домом. Так, он как черепашка-ниндзя ушел. Прощай, радужная бабочка. Он исчез в земле. Как мы можем пойти за ним? Давай смотрим эти уличные декорации. Давай, осмотрим. А, баг. Бля, что-то провалилось. Упс. Да. Ой. Земля провалилась! Куда делись персонажи? Вот выход! Шерлок, я сейчас упаду. Держитесь, Ватсон! Миру приходит конец! Все фальшивка! Я фальшивка! Лондон, наверное, линии разлома. Я вытащу нас отсюда! Проклятие, мы не можем оставить их вот так! Давай быстренько доставим в безопасное место перед тем, как уйти. А как? Пинком. Наверх. А, подожди, мы можем здесь, наверное, перевернуться. А, ну да. Еще. О, тихо, что-то нажимается. Эта крышка люка не хочет двигаться. По крайней мере, с этой стороны. С этой стороны? С этой стороны? А с какой мы теперь стороны? Тут вообще все перевернулось. Да. Окей. Вот так. Это было не так уж сложно. А теперь перевернуть ванну. Толкнуть ее. Мы только что открыли для вас проход. Вперед, мистер Холмс, прыгайте. На другой стороне есть на что приземлиться. Прыгайте. Держитесь, Ватсон. Мы раскачиваемся, чтобы попасть в дыру. 3, 2, 1. Отличная работа, Холмс. Какой невероятный прыжок. Эта ванна спасла нам жизнь. Я толком ничего не увидел из-за помех на экране. Но их анимация прыжка, должно быть, была потрясающей. Хорошо, теперь они в безопасности, мы можем уйти. До свидания, джентльмены. Приносим мы свои извинения за все неудобства. Поехали. Логично пройденный квест.
Старался, бля, логично проходил. Да, именно так. Так, сохранение, кстати. Flyer Squirrel Interactive. Легенда о секрете. Легенда о секрете? Это все еще не наше измерение. Вернуться домой будет гораздо сложнее, чем я думал. Но этим мы займемся, естественно, в следующей серии, пока что... Это что, кнопка «Начать»? Да. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем до встречи... Всем до встречи... Подожди. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки, и всем пока. Раньше здесь был мат.